Два зеленая Нива! Видишь, зеленый псих? А где они поедут-то? Так там закрыто. Где папа? Это авария сейчас была. Они врезались. А где папа? Это псих зеленый. Он врезался. А где папа? А что, зеленый выехал? Да, он прям врезался. Сейчас посмотрю. Может, на кровати приехали сюда? На... Жестко прям? Да, прям. Сейчас посмотрим. Я еще даже не видел, я это засниму. Я сюда, тут прикольно подлетают они. Папа, он бы сейчас выиграл. Папа, на, последи. Пошли, сходим. Быстрее.
Воткнулся. У него-то, да, у него полка. Вон там канал. Канал? Да. Нет, он от другой машины долбанулся. Так у другой-то чуть-чуть только его откинуло уже, видимо. Сейчас вот, который на последний круг ушел. Вот это правая машина чуть-чуть только. Как на пешеходном переходе. Аламанджо! Ты видишь? Через трассу не бегаем! Папа, мама, я не знаю, третий участник уже виден на финишной прямой. Осторожно всем. Нормально обошел. Я вот не думаю, сколько вышло. Ни хрена его помяло. Смотри, какие-то сидушки. И руль. Я жару вообще не кирил. Ну вот третье место тоже не так просто. А таким туда еще летится три. Ни хрена. Нихрена жестко его помяло. Нихрена там горячо. Что, дети там не помяло? Подожди уже, подождут в Красногорье. Видели, как папа гоняет у нас тут-то, да? Красота же! Так, участники очень аккуратно, машина будет очень резко выехать. Так, я уверен, машина может выехать. Или перебежать? Еще же что? Жёстко, я это другая машина. Вроде бы. Сейчас машина будет, говорю. Вот здесь приезжай, попробуй. Не выйдет, блядь. Давай, давай. Давай, давай.
Еще потом в школе поедем. Дальше как-то делала. Надо отдай! Дальше едь еще с разгону. Дальше едь с разгону потом. Я не могу. А тут не смогла проехать. Вот она почему-то только не смогла. Стой, не видно, пусти колеса. А выиграл заезд. Вот это. Ах, не надо, тебе надо-то. Нива, на. Блять, на обычной резине, на обычной Ниве первое место на обязательно. Да, надо уехать, пацаны. Ну, я говорил, блядь. Команда алкашей его, блядь. Да, Айдайте туда, там вы... папа, айда туда, там вообще зашибись. Ну, покажи. Да там машины летают, зашибись. Там все летит человека. Человек тебе летит. Же грязь человека надо. Летит. Это мое? Это? Нет, я у мальчика попросил. Ты отдал мальчику? Полторашку. А, вот он его привез полную почему-то. Шли туда, Кирилл. Так реально отсюда сали, что ли? Ну-ка, на теплое. Пошли туда, там кайфово. А что там? Так нет, я говорю, там стоять прикольно. Отпусти пока, пусть завязывает. Чалки надо. Отойдите, когда трос стрельнет. Да.
Итак, между Санта приглашается финальный заезд на 56 номер. Третьего. Они сейчас просто прилетит, блядь. Итак, Р2. Полина, мы здесь не будем. Итак, напоминаю, номер 56, Демёсы, номер 43, Демёсы, номер 59, нет, номер 49, нет, номер 53, Демёсы, верни Марина, я застаю. Её мотор даже встал. Болельщики, очень будьте внимательны на трассе сейчас. Белая проехала? Итак, будьте осторожны в проведении, а второе идет.
Да, это будут газовать, нет, да. Нет, наверное, не будут так сильно. Антон, это надо было ему вот там. А здесь тоже кто-то пытался проехать, да? Тот тормознул, сел. Тот нюхнулся, его этот. Ну что, что папа засел? О, рыжий, сиди. Давай! Опа, нормально насадил он его. Прикольно, или ты уже, а? Зачем выкинул, иди под двери. Я подберу! Иди вон, мальчик отдает. Там он сидит. Не извините. Ладно, уже не хороший. Переборщик делай. И бросай, иди подбери в руки быстро. Да не буду. Быстро подбираю. Сейчас полицейский придет тебя. У Саши папа засел. Слышишь? Да слышу я, он у меня под ногами. Ты потом устаешь, его положи в карман. Да пускай. Дай сюда мне. Дай сюда. Вторая дна вышла, да? Дай вот так. Бери свою полторашку. Это у меня. Пусть нет, нет. Там валяется. Ее забрали, сам же принесли. Ты сам теперь ты ходить с этой полторашки вязал. И мать куда? Нечего туда не шея, я сказал. Да вон тут все вообще не валяется. Э, на свой мусор. Если ты эту полторашку не подберешь, когда домой пойдем, я тебя не привезу. А куда выкинуть ее? В машину. До машины должен. Если там, наверное, где-то мусор по-любому. Наверное, есть. Что? Сейчас тебе помогу. А где твоя? Он тебе почему дал? Где? Подержать. Где этот пацан, он очкастый? Что стало? Это твоя? Ты поднимай. Я пошел папе покажу. Папа, мы у Кирилла полторашку нашли. Вот твоя полторашка, ты ее выкинешь. Все, папа сказал. Тогда выкину. Он туда киселек пустил. Нет. Туда нет, никто туда ничего не пускал. Он туда насал. Он это вылил. Папа, мне холодно. Нет. Бутерашки забыл забрать, понял? Бутерашки забыл забрать, понял. Где другая бутерашка?